С вами Слава и Никита. И мы на канале Слава Стар. Привет, привет, друзья. Ребят, ну что ж, мы сегодня с вами разыграем очень крутой вот такой вот набор. Это набор Бейблейдов. Вы готовы его разыграть сегодня? Да? Да. Что, сын? Ребята, знаете что? Что, сын? Что? Мы выйдем на лесу. Покажи. И что тебе фея принесла? Бейблейд? Нет. А что? Деньжата. Деньжата, он тебе везет. 50. А у Доминики, знаете, сколько? Сколько? 20. 20 гривен? Да. Вот это у вас... Мне приносили, мне на день рождения особенно много приносят. Да? Как? Мне... Когда зуб выпадает? Да. Да? У тебя на день рождения выпадал зуб? Да, один раз. И фея принесла зуб? А сегодня у моего друга, слава богу, у меня пал зуб просто сам упал. Где, в платье? Да. Да? В платах. И не нашли? Нет. Может быть, кто-то специально его забрал, чтобы положить его под подушку, чтобы ему фея принесла деньги, да? А может, ее сдавили. Давайте, друзья, итак, мы начнем. Мы сейчас разыграем с вами вот этот вот крутой набор. Ребята, в этом наборе находится Drain Fafnir, ARK Bahamut, Deep Chaos и Tornado Wyvern. Хорошо, друзья, итак, кто у нас на арене? Первый раунд. Чизет Прайзен. Против. Чизет Волтроека. Три. Они близняшки. Два брата. Вперед. Ребята. Итак, Чизет Волтроек победил. Счет 1-0. Следующий раунд. Играем до 5 победных очков. Ребята, я напоминаю, кто хочет себе крутой оригинальный волчок от Такара Томи, может зайти к нам на сайт и по доступной цене купить себе волчок. Ссылка в описании будет. Да. Так, хорошо, ребята. Итак, кто следующий на арене? Казав Кербиус. Против. Зет Ахиллес Мерфи. Пуск. Есть, друзья, в этом раунде победил Хазар Кербиус. Давайте, счет. Потом будете отжиматься в конце видосов. Хорошо. Никита, кого ты выбрал? Хазар Кербиус. Против, сынок, кого ты взял? Экскалибур, четвертый. Вперед! О, есть! Ребята, Хазар Кербиус выиграл, и это счет 2-1. Никитка, ты уже побеждаешь. Следующий раунд выбирайте. Никитос, кто на арене? Смешанный Игуню. Против. Фафнира, четвертого. 3, 2, 1. Вперед! Слава, выбирай, кого ты выбираешь. И счет уже, ребята, у нас 3. Ребята, счет у нас уже 3-2. Слава выигрывает. Итак, ребята, Волтроек на арене у нас. Чузет против. Зет Ахиллеса. Вперед! Ребята, ничего себе! Это, ребята, счет 5-5-5-2, Никитос. Ты проиграл, Никитка. Ну что ж, Никитос, что-то тебе последнее время как-то это, да? Сколько уже? Наверное, 5-й раз подряд, да? Или 6-й, наверное? 6-й. Ого, 6-й раз или 5-й. Слава, выбирай, кого ты выбираешь. Давай. ARK Bahamut? Да. Никитос, ты кого себе выбираешь? Deep Chaos? Да? Хорошо. Распечатывайте, ребята. И мы сейчас тогда устроим... Тодвоем вы распечатывайте. Давайте. Конечно, еще, ребята, у нас осталось... У меня будет еще шанс. 5, ну, победить и выбрать себе. Или Виверн там. Один шанс. Или... Я хочу Вайверна. Да, у тебя или Вайверна возьмешь, или же Фафнира кто-то выберет. Я выберу. Давайте. Я хочу вот эту. Вайверна? Ну хорошо, посмотрите, вы там уже поделите. Ну, можете разрывать ее уже. Вот, смотрите, ребята, как ребята распечатывают бейблейды. Маленький Халк, смотрите.
Под елку, под елку подарки. Вот они. Под елку подарки. Слава, доведите себя нормально, ребят. Давайте, ребята, покажем ваши бейблейды новые. Итак, ребята, вот Deep Chaos. Слава решил Никитке уступить его. Держи, Никитос, это тебе. А Слава взял себе АРК Бахамут. Держи. Держи, сын, давайте. Итак, друзья, на арене. Слава, кто на арене? Бахамут против. Deep Chaos. Вперед! Итак, друзья, на арене. Бахамут против Deep Chaos. Kynex. Он Казбра называют. Kynex выиграет. Смотри, какой. Какой я сильный. Ничья. В ничья? Да. А вроде Kynex, мне кажется, больше. Или ничья? Ничья. Ничья будет, да? Да. Давайте еще раз сыграем. Давайте. Пуск. Я так запустил, а просто не могу. Вот эта камера у нас побита. Да? Кто? Арена, да? А, тут еще побита вот так. Сыночек, ну ничего страшного. Смотри, смотри, кто сейчас победит. Давай. Я думаю, сейчас Kynex победит. А я думаю, нет. А я думаю, нет. Как ты смотришь? Kynex победил, друзья. На чуть-чуть. Итак, давайте. Счет. Счет 1-1-0. Ребята, в этом раунде победил Deep Chaos. АРК Бахамут, ребята, проиграл. Слава, кого ты выбираешь на свой следующий бой? Геркулес. Геркулес против. Никитос, кого ты выбираешь? Не знаю. А, помню, как надо сильно запускать Феникса и потом он. Давайте, хорошо. Итак, у нас, друзья, на арене. У тебя разбили. Феникс. Против Геркулеса. Против Геркулеса. Геркулес. Три. Два, один, вперед. О, Слава, кто-то, кажется, проиграл. Кто проиграл, Слава? И это счет уже 2-2-0. Выбирай, Никитос. Итак, Никита Orp взял Orp Aegis. Слава, против Orp Aegis кого ты выбираешь? Ты выбираешь? Тигра. Тигра? Вайс Леопард? Ням-ням-ням. Поехали. 3, 2, 1, вперед. Вау. Что хочу сказать? У папы на компьютере, папа мне скачал, знаешь что? Бенди. Бенди? Да. Так, друзья, в этом раунде победил Вайс Леопард, счет 2-2-1. Итак, сын, кого ты выбираешь? Sprite and Requiem. Против Sprite and Requiem. Слава украл мою идею. Я хотела тоже взять Sprite and Requiem. Хорошо, давай, выбирай. Но ты сейчас не можешь. Выберешь себе другого, значит. Бери Чузет Sprite. Я знаю, кого. Кого? Там Атериус. Выбирай Атериус. Хорошо, хороший выбор. Итак, друзья. Сын, а где твой Атериус? Вперед! Ух ты! Класс! Ребята, итак, в этом раунде победил Аматериус. Он даже, видите, как встал на арене. Чузет Сприга. Против. Четвертый. Вперед! Друзья, в этом раунде
победил все-таки Фафнир. Никита, твоя очередь выбирать, кого выбирать? Геркулес. Геркулес, ребята, на арене. Против Геркулеса кого ты выбираешь, Слава? Ну, Феникса? Я знаю, как его победить. Давай, поехали. Итак, друзья, у нас интересная битва сейчас будет. Ребята, Никита победил Славина Геркулеса с помощью своего Феникса. Сможет ли Слава победить с помощью своего Феникса Геркулеса Никиты? Один, вперед! Слава, выровнялся, смотри, Феникс выровнялся, сын. Выровнялся, сын Феникс, ничего себе. Ребята, Слава тут прыгает. Посмотрите, что делает Слава. А что делает его Феникс? Побеждает, ребята, Феникс, и это счет 3-3. Ничего, вот это у нас накал страстей, ребята. Молодцы. Следующий раунд, выбирайте, кто выбирает следующий. Слава, выбирай кого. Возьми в коробочке Аматерию. Аматериуса возьми в коробочке, Слава. Скажите, я играю Аматериусом. Давайте, ладно. Кто следующий на арене? Аматериус. Против Аматериуса кого выбираю? Дэдхэдис, ребята, против Аматериуса. Поехали, давайте. Вперед! Поехали, давай. Ребята, Аматериус побеждает Дэдхэдиса, по идее. Дэдхэдис, ребята, остановился и проиграл. Давайте, ладно, следующий раунд. Переиграем, давайте. Вперед! Да. Ребята, Дэдхэдис победил. Счет 4-3. Следующий раунд. Давайте, кто же победит? Победит ли все-таки Никитка, ребята? Никита уже давно не выигрывал. Давайте, следующий раунд. На арене кто, Никитос? Геркулес. Против. Дэдхэдис. Дэдхэдис, ребята, на арене. 3, 2, 1. Вперед. Дедушка. Ребята, в этом раунде победил Геркулес. Никита, я поздравляю, это счет 5-3. 5-3, наконец-то, Никита, ты победил уже, сколько? Молодец, Никитка, раз ты победил, тогда выбирай. Никита выбирает, кого ты хочешь выбрать себе, давай. Ты себе выбираешь Фафнира? Слава, тебе достается тогда Вайвран смешанный. Проведем, ну давайте проведем. Кто же тут победит, давайте посмотрим. Это вам на двоих, ребята. А как поделить, если... Оно все вместе у нас зашли. Да, нет. Итак, друзья, я готов огласить, значит, победителей, кто у нас, получается, отгадал. Сколько же бейблейдов было у нас вот на вот этой вот елке, ребята. Она у нас уже вот сейчас вот такая вот елка. У нас на елке, мы когда вешали на елку бейблейды, было 177 бейблейдов. Потом мы, когда снимали, я насчитал 178. И поэтому мы решили, что победит тот, кто напишет 178. Ну а потом еще нашли один, 179. Ну не важно, я уже раз сказал, что тот победит, кто напишет 178. Итак, это был, кто первый написал, это у нас был, значит, поправка Артем. Но он не мог не угадать, так как он написал кучу-кучу комментариев. Вот он первый, кто написал. Вот я напишу 178. Вот сейчас мы посмотрим. И выбираем. Не знаю, ребятам, вам видно или не видно. Вот я экран сейчас снимаю. 178. Итак, вот поправка. Артем 22 часа назад написал, что это 178 бейблейдов.
Артем, вы очень много вариантов написали, но я все-таки вам дам бы, блядь, так как вы, у вас 178 написано отдельно, а не так, как вот все в ряд перечислены, как бы, варианты. Ребята, а второму я хочу подарить Бейблейд, это Алексей Хлань. Он написал, что на елке 177 Бейблейдов. Ребята, но я никак не мог этого мальчика как-то обидеть и не подарить ему Бейблейд, потому что это был его один-единственный вариант. И он как бы близок к правильному. И я, как ребята говорил, мы когда наряжали елку, мы наряжали 177 Бейблейдов. А оказалось, что когда уже снимали Бейблейдов, то 178. Ну так мы между собой договорились, что типа подарим тому Бейблейд, кто напишет 178. Но, Алексей Хлань, я тоже вам дарю Бейблейд. Это будет случайный волчок от Такара Томми B125. Ну что ж, ребята, мы сегодня разыграли с ребятами вот такой вот крутой набор. Где у нас был Вайвран, Бахамут, Дип Хаос и Фафнир. Это Аматериус я тебе так подарил. Хорошо. Ребята, Слава, значит, себе выбрал Бахамута. Никитка выбрал себе Дип Хаос. Потом выбрал себе... Потом себе Никита выбрал Фафнира. И Слава себе взял Вайвран. Давайте, ребята, да, и скажем выбрал, нашим... И выбрал вот. Да, Аматериуса. Друзья, подожди, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами Слава и Никита. Всем пока. До новых... Оп. Пока-пока. Оп-оп, эроина. Оп, эроина, ма. Оп, эроина. Оп-оп, эроина. Оп, эроина, ма. Оп-оп, эроина. Эроина. Пока-пока, ребят. Пока-пока.